Закрыли его. Поставили нам колодец. Сказали, что будет воду откачивать. Вода у нас сейчас, эта яма завалилась. Вода у нас вот отовсюду она идет. Наполняется вот она, здесь вот прям озеро, но откачивают они ее. Сейчас этот колодец наполнился. Он, вода возвращается по трубе. С той стороны у нас заглушена труба. И она по этой трубе, вот длинки 8, вся вода идет к ней в дом. Пока они откачают ее, она вся вода идет к ней в дом. Идет у нас здесь вот прямо лужа. Вот она у нас начинается, вот здесь сирень, и вот до сюда, вот так вот, вот море. Они приезжают это и откачивают эту воду. Но перед тем, как они ее откачивают, она наполняется и назад по трубе, и вся идет к ней в дом. Да, ну вот они поставили два кольца и сказали, что еще ограждение поставят. Но от бог вот сюда ребенок полезет, смотрите, какая там. Да, яма. Я знаю. Там это колодец, три кольца лежит. Там на три кольца колодец сделан. Там же вода. Вот эта вот яма, она нигде на схемах нету. Ни у кого она на балансе не стоит. Вот эта подстанция на балансе ни у кого не стоит, потому что она построена с нарушениями, энергетики ее на баланс не берут. И идет вот сюда вся ко мне. Заходит полностью, полностью гараж и полностью пошла в дом. Труба, это, вернее, здесь же тоже лотки лежат. Лотки здесь лежат. Не лотки, здесь трубы. Ну, трубы или лотки, что там лежит. И, видимо, где-то чего-то, вот все равно она из-под земли теперь идет вода. Промыла или что, она из-под земли идет туда. Она полностью. Они даже видели. Вот сюда я все засыпала, но она, видите, все у меня засыпано. Вот, смотрите, вода из-под низу бьет вода. Раз я выходила некуда, мне пришлось все взрывать, засыпать. И смотрите, вся сырость какая идет. Ужас. Теперь в подполье, сейчас я вам покажу. Она не только заходила, у меня все порушилось. У меня все стены были, вот, смотрите, все порушилось. Вода со всех сторон. Она так находила, что, смотрите, я уже подсыпаю, разрушено все у меня.